Ой, вот это сюда. Еще погнали. Вот это. Еще пятая. Шестая, давай. Сейчас живот треснет и... Так, бутылочки забирай, а теперь погнали на экскурсию. Дамы и господа, вашему вниманию обновленная крыша пчелиных магнатов. Нам уже просто девать эти соты некуда, мы решили крышу из них сделать. Посмотрите, какая красота. А внутри крипер пришел в гости. В прошлый раз ты не захотела смотреть, так что это, вали давай отсюда. У нас теперь пчел больше стало, мистер Крипер, я вас умоляю. На побышке, на побышке. Это все последствия меда, я не виновата. Если вкратце, что у нас тут произошло, не учитывая то, что Катя сейчас к чертовой бабе опять 200 серий Майнкрафта прошло, ты до сих пор не умеешь криперов убивать. Ты только внутрь сюда зайди. Мы здесь развели как можно больше пчел, чтобы все у нас здесь были работягами и чтобы собирали здесь как можно больше пыльцы. Потом давай сюда на улицу выходи, быстро дверь за собой закрывай. Мы обновили, как Катя сказала, полностью всю крышу, чтобы издалека было понятно то, что это завод медовых миллионеров. А сейчас пройдем вот сюда за мной, иди вот сюда за мной и заглядывай вот туда в сундук, смотри в сундук. Нифига себе, так почти 5 стаков пчелиных сот. И это буквально, я не знаю, за час. То есть мы просто отошли, а тут уже вот с каждой секундой они увеличиваются. То есть, наверное... У нас один работяга сбежал. Иди обратно, тащи работягу, давай на поводок. То есть, за 10 минут тут, наверное, можно где-то, ну, почти стак вот этих пчелиных сот собрать. Ты просто представь, через 3 дня мы вообще триллиардерами, Катя, будем. Иди, помоги мне лучше работягу поймать, она убегает от меня. Вниз залетела, вот коза. Лови давай! Уходит, Кать! Да пытаюсь я ее, ловлю, у меня поводка нет. У нас работают без выходных 8 дней в неделю, 26 часов в сутки. И заводи еще одну, давай. Кать! Ну ты зачем так рано двери открываешь? Сейчас еще 4 работяги сбежали. Ну и дрить ты колотить, а? Все, сидите здесь, работайте здесь. Потом вас обратно затащу. Сейчас немножечко стресс запьем, а то я за пчелкой устала бегать. Да это самое так, ага. А я не поняла, погоди. А у меня последняя бутылка меда осталась. А все. Так, короче, у нас один завод уже по изготовлению этих самых сот есть. Значит, теперь мы рядом строим завод по изготовлению меда, чтобы у нас был бесконечный поток меда. Все, отлично, идем за ресурсами и строим еще один завод. Да нафига? Да в смысле нафига? Пошли медовый завод строить скорее! У тебя есть эти пустые колбочки, баночки, бутылочки из-под меда? Ну, есть в моей лаборатории. Ну тогда тащи давай все колбочки сюда и все. Зачем нам делать с тобой отдельный завод по производству меда, если мы этот завод можем переделать из пчелиных сот в медовый? Не поняла это, как оно так работает. Иди давай колбочки тащи, я тебе потом все подробно расскажу и покажу. Так, ну ладно, сейчас приду. Все, я привезла тебе. Так, тут 2,5 стака бутылочек. Хватит? Давай показывай скорее, как оно работает. Ну, мы с тобой просто берем, и вот из этих раздатчиков, в которых мы с тобой запихивали ножницы, просто вот так забираем ножницы, давай из 4 раздатчиков заберем ножницы, и просто запердохаем сюда вот так вот. Бутылочки по 4 штуки. И сейчас у нас с тобой получится то, что половина завода работает как пчелиные соты, а другая половина завода работает как собиратель меда. И все прекрасно. И нужно нам с тобой, Катя, строить еще один отдельный завод. А что, так можно было? Конечно, можно было. Мы с тобой в любую секунду получается то, что можем что-то сделать. Только пустые бутылочки добавляются. Ну вот я же говорила, что это не работает, обманщик, давай второй завод строить. Подожди, ты со своим вторым заводом, ты что мне обещала? Ты мне обещала то, что как только мы закончим вот эту ферму, даже учитывая то, что она как-то сейчас не работает, ладно, ты мне обещала, мы закончим эту ферму, пойдем за сталагматитами и сталактитами. Нормально эти два слова скажи, и тогда я пойду с тобой. Сталактиты и сталагматиты. Одно правильно.
Сталагматиты. Нет. Сталагграниты. Нет, не угадал. Стоп. Да какая разница? Сусульки, вот эти сусульки, которые в шахте свисают. Сталагмиты. И стагмати... Сталактиты. Ага, сама вот не знаешь. Все, ты мне обещала. Там вот где же медик бухнешь. У меня еще два кусочка есть, вот эти две бутылочки. Ты же мне сама обещала, как только закончим ферму, пойдем выясним то, что добавили в новом обновлении Майнкрафта. Пойдем с тобой в шахту. Я тебе покажу, и ты сама офигеешь. Честное слово. Пошли за мной. Ладно, раз уж обещала, тогда потопали. Берем два ведра. Стак. Железо. И делаем два котла. Вот так. Мы с тобой идем в шахту за сталагмитами и стагматитами, или мы идем зелье с тобой варить, а зачем котлы? Да потому что котлы нам как раз таки пригодятся. Ты меня извини, но я должен забрать вот твое вот это мусорное ведро, его здесь больше не будет. Так, пошли за мной, еще возьмем одно ведро с водой. Давай. А мусорку-то мне кто починит потом? Потом все починим. Крылья в зубы, петарды в руки, вот эти, полетело отсюда. Так, а в какую сторону-то шахта? В какую сторону лететь? В любую! И разгон берем, погнали! Так, ну и где твоя шахта? Ага, я уже хочу скорее увидеть эти сталагмратиты, стагмрагладиты. Ну, вот здесь огроменная дыра, только голову себе не разбей. Вот огроменная дыра, в которую мы сейчас с тобой спустимся. Только шахты здесь не как-то ядрить, ты колотить. Нам так сегодня не везет, что мы шахту даже с тобой нормальную найти не можем. А давай я тебе историю тогда расскажу, пока мы шахту ищем, а? А давай, пожалуйста, без истории сегодня. Ну хорошо, слушай, как-то раз в 2012 году мы ездили на Алтай. И там были горы, скалы. И нам, кстати, показывали сталагмиты и сталактиты. Кстати, знаете, чем они отличаются? А сталагмиты, значит, растут вверх, а сталактиты растут вниз, получается. Вот, я настоящие их видел. А ты вот, может быть, только в Майнкрафте видел. Да-да. Я их еще даже в Майнкрафте ни разу не видел. Вот сейчас, если мы с тобой найдем нормальную шахту, а не припечем себе жопу, если сейчас шандарахнемся куда-то в лаву, это будет просто прекрасно. Опа! А если на бошку? На бошку тебе это нормально? Давай прыгай мне на бошку! А только не так сильно, как ты сейчас прыгнула! Ну, Кать! Эндермен, скелетрон, ядрить, колотить, что шахту-то заброшенную какую-то нашел. Ну, возможно, здесь будут стагматиты. Давай сюда возвращайся! Сгинь, нечистая сила! Аккуратно по сторонам смотри, то как я вижу здесь, офигеть, сколько ядрить ты колотить! Ты вниз туда посмотри, сколько там вот этих пауков ядовитых, вот это, заспавнилось. А ты меня специально сюда привела? Именно где спавнер павучий, чтобы я тут, блин, сразу кокнулась, ага? Да-да-да, конечно, именно из-за этого я тебя сюда привел. Так, сейчас, давай... Не падай там, главное, сейчас! Опыт, заберемся, ты там... Ты где? Я кокнулась вниз, и меня атакуют игры! Спаси меня, быстрей! Давай забирайся сюда на ве... Чё ж вас тут так много ядрить, тыкать в лаву? Главное, в лаву не кокнись, пожалуйста, сюда запрыгивай. Так, а ты-то почему кокнулся? Сзади скелет! Стрысни! Так, все, за мной сюда, я там уже кое-что видел, главное, в глаза эндермену не смотри. Да что ж ты там будешь делать? Криперы, скелеты, эндермены! Пердак какой-то несусветный у нас здесь происходит. Так, иди... Ага, мы еще и алмазы с тобой нашли. Иди сюда. А я тебе говорила, надо было оставаться дома и мед вон там делать. Бесконечный. Да ты посмотри, нажахни еще бутылочку меда и посмотри вот сюда. Это что за... Эти самые... Ну, что это? Сталагматигалагетиты сверху и гмониты снизу. Это стагматиты. Они самые, да. Нифига, чё они такие, какие-то такие странные. Ну, да, типа, мне кажется, разработчики Майнкрафта их потом еще немного изменят, потому что они сейчас выглядят, ну, немножко как-то, ну, не очень. Но сам факт то, что их добавили наконец-то в Майнкрафт. А мы еще случайно и алмазы с тобой нашли. Так, перепрыгивай сюда за мной, добывай алмазы, я пойду добуду парочку сталагмагалатитов.
Подожди, я тоже хочу добывать сталагмитисты. Я уже с тобой запуталась, как вот, они называются. Вот именно, сталагмалаголаголисты. Так, ломаем, ломаем, собираем. У меня 17 штук. Подожди! Ты хотя бы алмазы с этой киркой на удачу копала? Конечно, удача 3. Ну, молодец, молодец, на, держи, забирай. 8 алмазов. Это хорошо, это хорошо. Слушай, ну это похоже на серу из ушей Шрека. Кого? Ну помнишь, он у себя вытаскивал из ушей серу, она у него примерно в такой форме и была. Нет. Ну вот я тебе говорю, такой формы и была, все, поверь мне на слово. На самом деле, какая вообще разница, как они выглядят? Главное то, что они есть в Майнкрафте и есть, все. Мы их сейчас... Они же бесполезные. Да... Кто тебе сказал то, что они бесполезные, а? Для чего они вообще нужны? Ну растут они, растут. Вообще знаешь, что мне говорили в детстве? Что сталагматиты и сталагматиты эти самые, это вообще мышиные какашки засохшие. Это ты мышиная какашка засохшая. Давай мы с тобой заберем вот эти вот блоки. Мы сюда же пришли тоже не просто так. Все, 21 кусок нам хватит, да сдрыхнет. Вот, вот молодец, сам лаву прыгнул. Вот, 21 кусок хватит, можно отсюда сваливать. Вернемся тогда, когда разработчики немного им внешний вид исправят, они не будут так странно смотреться, да? Как мышиные какашки. Как мышиные какашки, да. Пошли давай отсюда. В лаву, главное, не попади. Перепрыгивай! Перепрыгивай! Это я сказал! Перепрыгивай! Руку! Давай руку! Да, выпрыгай! В эту руку! Давай, запрыгивай сюда, сюда, запрыгивай! Давай! Ах ты ж моя мышиная какашка, честное слово. Ладно, иди домой, скоро вернусь. Вот ты у меня спрашиваешь, зачем я сделал котлы, да? Да, кстати, зачем? Только железо зря потратили. Не потратили мы зря железо. Я тебе сейчас покажу вообще, ради чего добавили эти сталагмалактиты в Майнкрафт. Только я пока не знаю, где тебе это показать. Найди мне нормальное... О! Твой старый дом! Вот это лучшее место! Да, да какая разница, смотри, его криперюги и так уже наполовину разнесли. Мы его потом вообще снесем к чертовой бабушке. Это я тебя снесу, это мой самый первый дом, это реликвия, это раритет, это нельзя сносить, ты что, это часть этого города? Нифига себе, сколько ты тут хавчика себе на черный день запрятала в шалкер ящики, посмотри. Так, вот этого давай вот не трогать, это частная собственность, ага. Берем сталагмалактиты и ставим их, допустим, вот сюда. Давай, вот 3 штуки. А сейчас нам с тобой нужно забраться на крышу этого здания. Сдрысните отсюда, что ж. Кать, мне кажется, нам осветить здесь территорию давным-давно уже пора. Делаем здесь небольшую вот такую оградку. А сейчас берем ведро с лавой, которое я вот у тебя там свистнул из этого твоего мусорного ведра, и выливаем вот сюда, ровно над этим сталагмалактитом. Погоди, подожди, мне мусорка там нужна, а не здесь. Да какая разница? Все, давай сюда спускайся за мной. Если мы с тобой все правильно, я очень сильно надеюсь, сделали... Подойди вот сюда, пожалуйста, и смотри. Ну? Ну? Лава капает из сталагмалактита. Вот, смотри, сейчас еще одна козявка упадет. Какая бесполезная фигня. И ради этого мы пошли в шахту и испортили железо для котлов. Они-то нам зачем в итоге? Да потому что, если ты возьмешь котел и поставишь его под этой вот... Да ты угораешь, что ли? Если ты возьмешь котел и поставишь его под вот этой вот фигней, то из этого сталагмалактита будут капать капельки лавы, и через примерно где-то 3 недели весь этот котел заполнится лавой. Да ты меня обманываешь! В котле ничего, кроме воды, не может находиться. Как там лава может накопиться, а? А, да, точно. Я же забыл тебе вот это показать. В Майнкрафт же тоже одно обновление назад добавили то, что в котел, если кто-то вдруг не знал, с этого момента... Можно лаву запердохать, а не только воду. Вот. Ой, этот Майнкрафт и эти обновления, конечно. Но это же бесполезно, зачем это нужно? Да потому что бесконечный источник лавы. Ты берешь, ставишь вот эту вот фигню, которая будет вот так свисать. Под ней ставишь котел вот так. И через какое-то время приходишь, и она полностью наполняется или водой, или лавой.
Погоди. То есть это можно использовать как мусорку? Нормальную, красивую мусорку. Кстати, реально, я даже об этом не подумал, то что если лаву поставить в котёл... Да! Это нормальная человеческая мусорка! А не просто яма, вон где-то в земле дырка обычная. Вот сейчас ты понимаешь, как это все работает, а? Ну все, теперь точно беру свои слова обратно, это точно не бесполезная фигня. Это же как мини-джакузи, смотри. И мини-джакузи из этого можно сделать как душ, реально. Вот это душ принимать, на тебя капает, ты голову моешь. Ну все, теперь вонять не будем хотя бы, отлично. Так, ну а теперь хватит на это все смотреть, ты мне мусорку сломал. Теперь иди, бери новую ставь, только усовершенствованную и красивую, только лаву туда, а не воду. Ага, давай вперед. Ладно, все, пускай эта шайтан-машина здесь капает, мы вернемся чуть позже. Берем один котел, берем ведро с лавой и пойдем. Там же ставим ее, там же, где она и была. Обязательно там же, на том месте. Это самое прекрасное по фэншую место для мусорки. Ну вот, видишь, разработчики Майнкрафта как будто знали то, что надо сделать такую фигню, чтобы в котел можно было заливать лаву. Все, вот тебе нормальная человеческая мусорка. Вот если бы не я, разработчики Майнкрафта до этого бы даже не додумались, потому что это я попросила мусорку. Ага. Так, что можно выбросить? Алмазы нужны тебе? Иди в сундук поставь, а не сюда выбрасывай. Так, тогда я выброшу мешочек. Мешочек, а там 64 аметиста. Ага, все, пока. Себя лучше сюда выброси, зачем ты аметисты выбросила? Я протестировала мусорку, чтобы она хорошо работала. А аметисты что тебе плохого сделали? Да не переживай ты так, это те аметисты, которые мы с тобой на дюпали, так что все честно. А чё ты их тогда только сейчас выбросила? Ты чё, дюпанными предметами пользовалась? А чё, не, ты что, они просто у меня в инвентаре завалялись, я даже не увидела. Не, все нормально, так, алмазы положить сюда.